На рынке сохраняется торговый оптимизм. Фондовые индексы США вновь обновили исторические максимумы после того, как Комитет Палаты представителей в Вашингтоне вынес предварительное одобрение торговой сделки. На четверг запланировано очередное заседание по данному вопросу. Индекс доллара USDX удерживается на довольно высоких позициях, консолидируясь вблизи отметки 97.30. Дополнительный позитив трейдерам принесла опубликованная вчера статистика из США. Согласно представленной информации, был отмечен неожиданный прирост в количестве выданных разрешений на строительство, а также зафиксирован резкий подъем объема промышленного производства. Таким образом, американская экономика посылает сигналы о своем устойчивом состоянии и пытается опровергнуть версию аналитиков о грядущей рецессии. В паре с японской иеной доллар выглядит уже не так уверенно. Можно заметить легкий уклон котировки вниз, направленный к уровню поддержки на 109.20. Подъем ограничен уровнем сопротивления на 109.80. Стоит отметить крайне низкий уровень активности торгов, свидетельствующий об осторожности трейдеров. На рынке готовятся узнать итоги заседания Банка Японии, что будут оглашены завтра. Перемирие между Вашингтоном и Пекином, пусть даже и временное, но все равно устраняет угрозу росту глобальной экономики. В свете чего японский Центробанк вряд ли решится на изменение текущего курса денежно-кредитной политики. Однако, если Банк Японии все же допустит сворачивание стимулирующих программ, то котировку доллар-иена ждет подъем. В паре с австралийской валютой аналитики технического анализа ждут роста доллара США. Прогнозируется снижение графика Audi USD к уровню 0.6815. Пока же котировка остается в боковике, пытаясь прорваться ниже уровня 0.6840. Завтрашний отчет по рынку труда в Австралии в случае публикации слабых данных вынудит котировку исполнить прогноз на снижение. А на этом у нас пока все. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео. До встречи!